Новости культуры. Колизей выщерблены веками, или венецианские каналы, теснящиеся между домами. Выставка «Откровения Италии» открылась в доме архитектора. Четыре фотографа представили свой взгляд на эту европейскую страну. Архитектор Александр Баландин побывал в Италии 4 года назад. Выщербленный веками Колизей пронзил его в самое сердце. В древних руинах он испытал настоящий фотоэкстаз. Ракурсы искал всякие. Фотографировал буквально направо и налево. Что вот вижу, то и фотографирую. Как архитектор я знал этот Колизей, представлял себе по книгам, по журналам, по рассказам, по фильмам. Но когда увидел, это было неописуемое впечатление. Взгляд из глубины веков. Кажется, сам Колизей разглядывает своим глазом любопытных туристов. А вместе с ним и фотограф Баландин. Величие древности. Из камней Колизея построены римские храмы. Каждая деталь заслуживает внимания. Например, надкусанная временем капитель. А еще фотографу удалось поймать луч итальянского солнца. В храме святого Петра в Риме солнце вот вспыхнуло, облака, видно, разошлись, солнце вспыхнуло. Вот этот зайчик я поймал, через секунду уже не было его. Фото на бегу, мимолетом. Елена Холодова пропустила Италию через сердце и фотоаппарат. Венецианский водный канал протискивается между домами. И лодочка, которая зовет познакомиться с Венецией поближе. Мне удалось заблудиться в Венеции, вот в этом необычном городе. Потом молиться святителю Николаю, который меня просто вывел оттуда. Элегантная леди, то есть сеньора, на велосипеде. Или автопортрет. На снимке взгляд Елены припудрен итальянскими впечатлениями. Откровение Италии в ее гармонии, уверена Елена Холодова. Попала на какую-то респектабельную итальянскую свадьбу, посмотрите, звучал орган, и вот это присутствие эмоций, где радостно для всех, и вот насколько итальянцы могут радоваться, насколько это гармоничная страна, и насколько вот эта гармония присутствует повсюду, она просто разлита. Поэтому я понимаю людей, которые приезжают в Италию не просто посмотреть, а отдыхать. Рим, Ватикан, Венеция, Турин, Бари. Фотоэкскурсия, фоточувство, фотоколорит. Юлия Комкина, Максим Леонов, телеканал 7.